библиотеки филиала номер 36, поселка Новопушкинская, Энгельского района. Присоединяюсь к марафону «75 слов победы». Расскажу о Гаргуше Юрии Афанасьевиче. Работая архитектором в Москве, он состоял в Союзе архитекторов. Имея бронь, он добровольцем пошел на фронт. А ему было 36 лет. Воевал на Северном Кавказе. В 1942 году был тяжело ранен и более суток находился в воде. Местные жители укрыли его, но спасти Юрия Афанасьевича так и не удалось. О его гибели сообщили жене. Я зачитаю строки из письма, которые переданы нам его родственниками. Уважаемая Лидия Александровна, извините нас за наше беспокойство к вам, но мы, как женщины Советского Союза, у всех у нас на фронтах находятся мужья, отцы и братья. Поэтому мы считаем нужным и необходимым сообщить вам о вашем муже. Ваш муж от тяжелого ранения скончался в 1942 году, в августе месяце, в Ставропольском крае, хутор Родионов. При остановлении данного хутора нашими войсками ваш муж был тяжело ранен, и перед самой последней минутой своей жизни он написал адрес своей семьи, то есть ваш. Мы сообщаем вам о его храброй гибели за Родину. Лидия Александровна, вот вкратце о вашем муже. Просим вас при получении нашего письма прислать нам ответ.